Несмотря на обширную праздничную программу этих дней, не могла остаться незамеченной всероссийская акция «Горсть памяти», которая прошла 22 июня. Огонь памяти на мемориальном кладбище по улице Хмельницкого в столице Чувашии загорается по траурным и торжественным датам. Здесь покоятся солдаты и офицеры, умершие от ран в госпиталях Чебоксар. В этом году по всей стране проходит всероссийская акция «Горсть памяти». Земля с братской могилы теперь будет храниться в главном храме Вооруженных сил России. Военно-патриотическая акция объединила все населенные пункты, где остались захоронения времен Великой Отечественной войны. Наши доблестные воины, солдаты Великой Отечественной войны, наши родные чуваши тоже лежат в разных регионах. И очень знаково для нас, что на 75-летие, на юбилейную дату все они объединятся в одном месте. К месту поминовения в главный храм Вооруженных сил доставят еще 14 солдатских кисетов из разных районов Чувашии.